Работает. Один бицепс работал, второй тоже. JV и Кримс просто задушены. И Оловмейстер, Флюша, Деннис. От этих имен сейчас будет зависеть, знаете что? Вот будет ли хотя бы один минус от команды Fnatic? Деннис хочет зарезать. Паша, зарезать. Нужно проверить. Так, это интересно. Деннис! Ой-ой-ой, как он там промахнулся ножом. И тут же с разворота на 180 получает хедшот. Тасс убивает последних двух игроков команды Fnatic. Это интересный с одной точки раунд.